Виталий Павлович Михеев – минометчик, ветеран Великой Отечественной войны, обладатель медали за победу над Японией и ордена Отечественной войны. К этим наградам теперь добавят и юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы. Он воевал на Дальнем Востоке, освобождал Южный Сахалин и Курильские острова, где и служил до 1947 года, обучая других солдат навыкам обращения с артиллерийским орудием. В течение вот этого времени мы готовили для для войны в Европе минометчиков. Потом их забирали, нам другую партию набирали. Юбилейные медали ветераны войны и труженики тыла получали из рук главы Самары Елены Лапушкиной. Она поздравила их с прошедшим Днем Защитника Отечества, пожелав им здоровья, счастья и благополучия. Сколько бы времени ни прошло, мы не устали преклоняться перед тем подвигом, который совершили наши ветераны. Боевым и трудовым подвигом. Очень надеюсь, что в этом году нашему с вами замечательному городу будет присвоено почетное звание города трудовой доблести. И мы будем с гордостью нести это звание и в дальнейшем. Среди гостей праздника были не только ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, но и ветераны труда, представители районных ветеранских организаций. Для них подготовили концерт. Со сцены звучали военные песни, посвященные Дню Защитника Отечества, и песни о женщинах в честь наступающего 8 марта. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.